В данном видео я играл в режиме дуо с абсолютно рандомным тиммейтом, и тиммейт на самом деле получился довольно-таки интересный, поэтому если вам вдруг понравится такая тема и вы хотите, чтобы я больше играл с рандомными тиммейтами, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал, и также это видео было записано на стриме, если вы вдруг пропускаете стримы, то подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, и вы его точно не пропустите. Так что все, приятного просмотра. Hello, бро, здорово, бро, слышно? О, здорово! Как дела? Здорово, нормально. Сколько лет? Скоро будет 8. 8 скоро? Нормально. Сегодня у нас, сейчас скажу, сейчас. Ну там 22 января сегодня. 6 дней, это будет день рождения. И будет 8. Йоу, красава! Ну и конечно же, спонсор этого видео — букмекерская компания под названием 1xbet. 1xbet — это самый надежный и проверенный букмекер. Там всегда самые большие коэффициенты, самые быстрые выплаты и самое главное — мой личный промокод, который дает вам до 6500 рублей, и моя ссылочка находится в закрепленном комментарии под этим видео. Сколько часов PUBG, рассказывай? Ну, каждый день играю. Ну это... Ну сколько часов получается? Там в стиме написано сколько? Не знаю, я думаю, часов где-то 20. 20 часов. Нормально, нормально. Все, погнали. Выиграл уже катки или нет? Нет, да я особо почти... Ну, почти умею играть. Почти. Почти умеешь играть, да? Вчера скачал эту игру. Понял. То есть каждый день играешь и при этом вчера скачал, или как? Ну, каждый день играл, да. А скачал вчера? Нет, друзей нет. Друзей? Блин, бро, это печально. Печально. А что, с тобой не дружат или ты с ними не дружишь? Не, я... Не, это же... Как это тебе сказать? Это мамин стим. А, мамин стим. А, мама играет в КС? Да, мама играет в КС, а я играю... У тебя мама в КС играет? Все смеются. Какое у нее звание? У нее звание... У нее было... Вот сначала Беркут был, а потом у него... Потом сейчас у нее отскакивало. Суприм? Ближе... Суприм, да. Нихера. Нормально. Ну, маме привет, короче. Прыгай. Вон, на желтую метку полетели. Хорошо. Я уже играл эту игру на раз, только на телефон. Ну, и тут проборюсь. Понял, ну нормально. А на телефоне что там, выигрывал? Я там почти 75 занимал эту победу. Ну это круто. Но вчера я не понимал, вот... Я не понимал вчера, как это, менять вот этот там патроны вот эти, короче. А ты, я вот стрелял бы только по 2 патрона, там еще попадаюсь. А, там есть, короче, бёрст режим, есть обычный режим, кнопка Б. Да, я уже понял. Я сегодня узнал. О, арбалет. Уф, мужик, это... Ты уверен, что с ним выиграешь? Ну, не, я так не думаю. Да, но если не хочешь с ним играть, можешь мне скинуть. Не, давай займем. Это он по тебе стреляет, прячься. Ой, сейчас обосну. Ну-ка, лаж против добавика. Блин, бро, живи. Да, ничего. Ну, прицел, да. Давай. Они за коробку. Блин, добить можно? Но нет. Всех убил. Хорош. Блин. А, нет. Тебя убили? Не, я живая. А. Давай. Ладно, давай, пока. Да не, я зато посмотрю. А, реально? Да. Уф. Все. Я, кстати, вот тоже первый раз играю. Скажи, норм вообще от игры или нет? Ну, типа, вот первый раз играю сегодня. Ну, второй. Да, нормально играешь. Боль. Круто. Больше, чем я. Это второй день, реально гоняю. Блин, меня сейчас обосут, кстати. Ну нахрен. Бабочка здесь. Забирай калаш куда-то. Калаш нормальный? Да, калаш вообще так. Окей. А, там были два. О, слышу, да. Не, ребят, без рофла, да. Ты одного,
Для 8 лет реально супер адекватный чел. Что-что? Бро, где я был? Ты двоих убил или одного? Двоих. А двоих туда не было. Спасибо. Блин, реально для 8 лет такой адекватный чел. Адекватней Сани будет, если честно. Как думаешь, это все, либо еще что-то осталось? Да, не знаю. А ты знаешь, как эмоцию это использовать? На какую? Короче, F4. Ну, у меня F4, не знаю, как у тебя. А, у меня F4. Хорошо. Вот, значит. Обращайся, сейчас спрашивай. Я все знал уже, спасибо, только эмоции хотел спросить, как Окей. Куда бежишь? Вот, скорее. Да, за машиной, тут же есть машина, наверное? Да, есть. Я, конечно, не видел, но могут быть. Да, вроде часто бывает. Ой. Вот. Это бот. Понял. А чё, нокнулся? Еще боты были такие, еще динозаврики боты есть. Что-что? Есть такие из боты, короче, скинул динозавра. А, да. Не, серьезно, ему 8, он адекватней Сани будет. Ну, играет примерно на уровне. На уровне Сани. Саня, привет. Ну, машину вижу. Да, это автобус. Ну да. Автобус, блин, никогда в жизни эту штуку автобуса не называл. Кстати, так вот на Ютубе по Пабгу смотришь вообще? Ну, Ютуб, да, смотрю. Именно Пабг. Кого-то смотришь? О, кого интересно? Кого смотришь по Пабгу? Да я это не знаю, я просто смотрю, я даже ник не читаю. А, понял, ладно. Так, вижу челик. Смотри, там два типа. Угу. Кстати, за зону Что? Я говорю, живучи. Да, только я ни разу не попал просто. Да, тринда. Че, догоняем их? Догоняй. Надеюсь, не обосрусь. Опа. Тринда, у меня пулик нет. А какого черта я не убил, боже мой. Все, мне капец реально. Боже. Одного я должен был забирать, что за говнище? Так, у меня только винчестер вот есть. Спасибо. Блин, ребят, Триндай, я мог сейчас реально один, пожалуйста, я мог один ног сделать, короче. Правда, 0 патрон. Что-что? Я говорю, и правда, 0 патрон. Угу, да, ну сейчас тут золотая, может, есть. И убьете гадов. Да, есть. Да, вот валяется. Ребят, вот ему, прикиньте, ему 8, нет, ему еще 7. Знаете, дома там я тебе семёрки показываю, что это... Он реально играет лучше Сани. Ну, конечно, мама, блин, почти глобал в КС-ке. Тут все понятно. У меня только 25 уровень, я уже прилетел. Это я его аккаунт друга взял. Я второй день чисто играю. Тринда. Ну все, они сейчас сюда прибегут, я их обосну, наверное. Ну, надеюсь. Блин, там какая-то снайпа вроде по звукам была жесткая. Коряк вроде. Коряк это не жесткая, это АВМ жесткая. АВМ типа самая сильная, да? Да, самая сильная, но она пулю убивает. Угу. Это в тело либо в голову? А, в... ну да, да. Да, в голову и тело. Понял. Коряк и
если что, если ты играешь с другом один на один на коряках, и он обещает на коряк, ты его... Что коряк, у него отдача такая маленькая, а у НД4 большая, прям большая. То есть коряк, короче, лучше, да, будет? Да. Ну, я так думаю, потому что я с ним выиграл. Угу. Капец, двоим урон дал. Чё-то мне кажется, они сейчас меня закрутят как-то и убьют. Вот мне тоже такие предчувствия. Ты по одному стреляешь, а сзади второй тебя убьют. Да-да-да-да. Вот еще вот, я вот такие крысы бывают сзади, я одного челика вырубаю, добить. Ооо, жестко, жестко. Я как бы попал, но меня почти убили, глянь, мой хп. Да вот, и короче, вот убиваю этого челика, хочу добить прям, ну сзади вот этот его друг, прям вот, и он меня сзади убивает с дробовика. Я с автоматом. Ну как крыса, как крыса. Да, крыса прям, сзади. Могла бы спереди. Ну да. Не, да, таких сзади дофига, ужас, осуждаю. Бинты давайте, кстати, хиляйте папу. Убивайте в крысу, если можно убить в суда-то. В честном файте, да? Да. Блин, вообще респект, ты правильно мыслишь, честно. Блин, это мой герой, это мой герой. Все, это у меня новый тиммейт PUBG. Мне кажется, надо сваливать как-то отсюда. Сваливать. Ну, только вопрос, как? Не знаю, тебе скорика убьют. Ну да. Ой, давай, давай, давай. Просто верим в лучшее. Да. Верим в лучшее, чтобы тебя не убили. Да, да. Ой, чел на меня смотрит здесь справа. Попали. Живу, блин, изи. Сейчас выку, прикиньте, с жопы. Она что-то вроде взрывается через 5 секунд, не? Да, согласен. Вот, надо сначала вот, а вот когда ты уходишь, надо уходить вот отсюда. Как-нибудь. Да, но я не знаю как, но сейчас придется что-то придумать. Либо кого-то нокнуть. Либо надо спрятаться где-то, чтобы они нафиг свалили. О, челик! Где-где? Вот сзади постоянно вот, или мне показалось? Не-не, это пальма. Пусть. Ситуация ужасная. Скорость. Тут две гранаты. О, две гранаты и одна дым. Что, тебя последуют? Следуют? Да-да-да, преследует вонючки. Нет, я убью их, бро. Ты офигеешь, если я их убью? Ну, немножко. Если ты убьешь двоих, я еще офигею. Окей, окей. Ребят, надо сделать контент. Четыре? Пять. Не-не, опять. Воняешь. О, жестко. Это жестко. Давай иди сюда. Прыгнул нечаянно. Да-да-да, надо в зону сваливать. Фух, красиво вышло. Вот у меня тиммейт такой был один. Вот мы играем вот на этой, вот на зимней карте. Вот, короче. Он, короче, встает, я вырываюсь, потому что у меня эмка получили калаш. Я, конечно, не аккуратность, конечно, не умею играть.
с прицелом, вообще никак, поблизи. Вот. Вот, короче, он стоит, я ему говорю, а он просто выходит из игры, и я умираю. Ну это жесть. Ну это жесть, нафига ты покупаешь хак, если ты его ни хрена не играешь? Да это гады, гады. Ты попадешь в какой топ? Топ 25, 24. Не знаю. Ну топ 1 желательно. Что, так можно было? Ну да. Смотри, сейчас еще фокус покажу, подожди. Чекай. Я первый раз просто. Да смотри, смотри, смотри. Если с сайтух идешь, я уже знаю. Смотри, ща. Ща главное не разбиться. Он сейчас зону еще убьет. Ща, короче, сейчас нужно какой-то где-то подпрыгнуть. Так, прыгаешь. Так, ладно, надо отхиляться, сейчас зашибет зону. Китайский паб? Да, это все прям похоже на китайский паб. А что за китайский паб, это что? Вот на телефоне есть китайский паб, короче, давай-то. Я его загрузил на своем телефоне. Короче, там зоны, короче, дамы могут разрушать. Это типа Free Fire или называется прям китайский паб? Прям вот все, там у него название китайское. Но вот там просто паб. Ну сломался, у меня мозг сломался. Да куда, грена, говня? Блин, трындец, я мозг сломал. То есть да. ты можешь добежать. Да-да, наверное, побегу, да-да-да. Там недалеко. Да-да, погнал. Ты можешь мою метку. Так, метку сейчас. Вот. Да-да-да, чё это? Вот тут, короче, я останавливаюсь, тут я останавливаюсь. Окей. Если выиграем, получается, будет, во-первых, топ-1 PUBG, да? Да, мой первый раз, топ-1 PUBG. Понял. Блин, круто. Ну я попробую реально выиграть, честно. Да, попробуй. Мне хотя бы будет радостно, если ты в какой-нибудь... Что-что? Топ-9. Я говорю, если ты топ-9 будешь, я хотя бы буду рад. Все, понял, окей, тогда топ-9 наша цель, а топ-1 наша глобальная цель. Да. Окей. Блин, как бы спуститься в город и не сдохнуть себе? Все, тебе 1 километр, все. Да-да, вот могу пока что тут на горе, наверное, потусоваться, не? Или меня тут убьют, да, наверное, убьют. Да, убьют. Если у тебя есть какой-нибудь 6-кратник, 8-кратник, то можешь по голове еще давать. У меня 4 есть. Вот 4 тоже может. Да, можешь по голове стрелять. Там либо эта тачка спавнится, либо там... Не-не-не, там не спавн, вон там челик, Вон, видишь? Слева. А, да. Вижу головку. Ну, стрелять, наверное, не буду. Не буду, дурацкая идея. Да, дурацкая идея его пострелять, он тебя понял, где он. Да-да-да, спалит, понял. Еще потом, да, убьет. Ему занял какой топ? Топ 17. Понял, оп, он поехал с миром. Или топ 9. Опа. Вот это настоящие просто топ-игроки PUBG лежат. Киберспортсмены. Киберспортсмены, так вот. Лежат тут топ. Здравствуйте, убиваешься. Здорово. Так, Днешн, спасибо огромное, прочитай после игры. Ты бинты ловишь. Не-не, у меня есть месть. У тебя есть? Ты их просто... Что за додики? А чё не влазит ничего, подожди. Да-да-да, ну очень крутые, очень крутые. Я бы хотел так играть, если честно. Да, лежать и тебя сзади убивают. Да-да-да, кайф. Кайф. Ну это кайф. Согласен. Наверное, сейчас на мозг сяду, да поеду туда чисто на скорости. Скорости света. Вот тебе бесит.
трехколесные. Какие? Трехколесные мне не нравятся. Вот двухколесная имба. Да, имба вот просто он. Ребята, это все, я его фанат. Это говно. Да-да-да, трехколесные вообще говнище. Фу. Да. Вот трехколесные это просто нещадно. Вот когда я еду на какие-то вот эти вот носки, он просто падает, и мы не. Да-да-да, застаёт где-то постоянно, да? Да. А вот на двухколёсном там можно такие трюки делать. Угу. Смотри, прям сюда идут. Сюда идут? Да-да, слышишь? Слышу. Мы притормозили. И прям рядом у тебя? Да-да-да. Да-да, прям. Чё, звук не работает? Тебе? Прям у меня. Шифт нажми, чтобы тихо прям так. Норм, шифт наоборот бежать. А, блин, ну вот есть вот шифт, там вот внизу это вот это. Контрол. Норм, сейчас раскидаем. Сейчас раскидаем. Топ 11, тебе двоих надо убить, я буду радоваться. Так, хорош, убей еще одну. Да-да, но мы уже в топ-9, уже в топ-9. Да! Поздравляю. Если это бы топ-1, я бы Я бы тоже обрадовался. Это вот у меня друг, я с кем-то челиком тоже играл, он тоже был русский играл. Только на первой классе, когда мы шли, он был нормально, а второй, когда мы хотели сыграть, он прям что-то вышел. Да крысы. Не, он просто вышел из игры. А, ну да, ладно. Вот хочу прям сыграть 5 каток и все. Можем поиграть. Можем поиграть, да. Плюс контент. Короче, это по-любому видео, да, это по-любому видео. Вот, если наберется много лайков, мы запишем с ним еще катку. И еще катку, вот, и еще катку. Вот поэтому ставьте лайки и будем делать грязь. Ну я там чисто так заходил, мне не особо удобно на телефоне играть. Ну так, да, заходил. Да, я тоже схожу, просто не играю. Одна тачка за другой тачкой. Да-да-да. Не кайф, просто одной тачкой за другой тачкой. Угу. Чё-то никто не умирает, да, после топ-9? Да, топ-9 никто не умирает. Потому что тебе без рофла 7 лет, да? Или шутишь? Ну скажи честно. Честно 7. Реально 7. Реально. Блин, ну красава. Для 7 лет на самом деле прям адекватный. Серьезно. Очень даже. Респекты. Видели, да? Вот там пробегал чел. Там пробегал чел? Угу. Блин, зона на той стороне, блин. Что? Я говорю, я попить. Давай, быстренько. У меня файт, когда он пить пошел. Пам-пам-пам-пам-пам-пам. На нахрен. Блин, он отошел в этот момент. Нет! Я двоих убил только что в этом, да. Все, топ-7. Я видел, да. Ты видел? Я топ-7 там, ребята, я вижу, как ты. Угу, понял. Ура, топ-7. Вообще красиво, вообще топ-1 на зем. Ты попробуй топ-1 взять. Пробую. Уф, восьмерка была, и глушительная снайпу. Да. А, ты вот игра. Вот смотри, вот Brawl Stars, ты это говно. Да, это говно, что Brawl Stars. Ребят. Кто в теме, тот в теме. Да, бро, Brawl Stars вообще ужас. Там только один читер есть. Угу. Как думаешь, я выиграю? Я думаю, да. Надо как-то, чтобы он сейчас не говорил, потому что сейчас у него, видите, микро фонит немного. Угу. Блин, забор огромный. Блин, мне нужно прям под забор поджиматься. Это тренда. Не, у тебя зона, край зоны. Надо пойти.
Да, я сразу сюда прибегу, наверное. Что будет, то будет. Тут еще есть такие люди, которые по краю зоны только уходят. Ну это нормально, кстати. Да, нормально. Тут два. Тут. Ой, сейчас выключу. Вот у телефона. Вот когда были. Вот когда были вот эти метрошки, вот они. Телефон метро там был. Сейчас пробуй, дай пробуй выиграть, потом поговорим, давай. Я его не затыкаю, ребят, просто хочется выиграть реально. Потно. Вот именно против Тима остался, прикинь. А против сколько? Ну, там, вот тут Тима и там слева где-то. Да, вот это, назад. Вот там? Я понял, вижу. Трындец. Нет, это невозможно было, да, тут прям потно. Да, погнали, погнали. У меня ачивка новая. Хорош, хорош. У меня птица там золотая. Если под этим роликом наберется много лайков, то выпущу вторую часть с этим самым человеком молодым. Вот, поэтому ставьте лайки и подписывайтесь. И видео я уже записал, поэтому много лайков, и я его заливаю. Все, спасибо за просмотр.